Это для аромата. Однако очень странная погода. Днем было 19 градусов, и сейчас я в шерстяных колготках. Идем отмечать 23 февраля, котики. Вот. Холодно, холодно. Пришли в японский ресторан. Ресторан. Покажи, как меня уже трясут, блядь. Ты очень долго ждали очередь. Тут все, что мы можем съесть, $26 вечером и неограниченное количество. Калифорния спешл возьмем, нет? Да. Я не знаю, что это такое. Короче, первый лот. Мясо. Ору какая-то не в себя. Мясо. Суп. Ну, такой разбавленный. Вот это что-то мы заказали. Я не знаю, что это такое. Салат, наверное, из... это салат из семги. Окей. Будем пробовать. Попробуй, скажи. Чё, как? Невкусно? Тут одно мясо, в принципе, да. Не могу понять, с чем. Немножко остренький, легкий. Но это тунец. Ой, господи, салмон. Салмон, вообще один салмон. Это темпура с креветками. Макач, какой-то соусик. Темпура свежая, сочная. Это макрель. Короче, тунец белый, тунец красный и злая я. Я хочу есть. И голодная. Давай. Кстати, сашими еще нет. Значит, второй лот. Второй лот. Авокадо и салмон. Крабовая палочка. Почему-то мы ее взяли. В общем, с боем я отбила сашими, которые нам не принесли. С меня просто так, знаете, я не отстану. Вот, у нас вторая ходка.